Лори. Животные, относящиеся к семейству лориевых. Обитают в тропических лесах Центральной Африки и Южной Азии. Эти забавные и миловидные зверьки выделяются своими огромными глазами, придающими выразительность и жалостливость взгляду. Их расцветка напоминает грим клоуна, благодаря чему животное и получило такое название. В переводе с голландского «лори» означает «клоун». В длину лори от 17 до 40 см и весят не более 2 кг. Хвоста у этих животных нет или очень короткий. Ушки маленькие, почти незаметные. Зато есть уникальный палец, находящийся на запястье. Его называют гребенка, так как им лори расчесывает свою шорстку. Эти животные делятся на два типа – тонкие и толстые, которые отличаются друг от друга в основном размерами и массой тела. Лори – это ночные животные. Днем они крепко спят на ветвях деревьев или в дуплах, а ночью выходят на охоту. При этом они прекрасно видят в темноте. В спящем состоянии зверьки напоминают меховые шары, так как голову во время сна они прячут между лапами. Лори никогда не прыгают, двигаются медленно, бесшумно и плавно. У них очень сильные лапы, которыми они цепляются за сучья так, что снять их не представляется возможным. Перемещаясь по ветвям деревьев, животные помечают свою территорию. Лори очень ленивы, могут подолгу оставаться неподвижными, таким образом защищаясь от других животных. Именно поэтому их часто сравнивают с ленивцами. Все виды лори отличаются своей разговорчивостью. Она может выражаться несколькими типами голосов – чириканьем, ворчанием, сопением, щебетанием и свистом. Питаются животные насекомыми, яйцами птиц и мелкими позвоночными. Иногда могут перекусить фруктами или древесным соком. Живут лори в основном по одному или в небольших родственных группах. При встрече с другими представителями семейства активно общаются и вычесывают друг другу шерсть. Доживают в среднем до 20 лет. На сегодняшний день лори стали приобретать популярность в качестве домашних питомцев. Однако заводить их не стоит, если вы не готовы создать животным идеальные условия. Они не переносят яркого света, а при неправильном уходе переживают стресс, становятся злыми, травмируются и легко простужаются. К тому же следует знать, что эти животные ядовиты и могут кусаться. На Земле обнаружено всего 7 ядовитых млекопитающих, и толстые лори – единственные ядовитые приматы. На их передних лапках есть железы, выделяющие яд. Лори смешивают его со слюной, наносят на голову, втирают в шерсть. Это отпугивает хищников и убивает паразитов. Часть ядовитого вещества остается и на острых зубах зверька, так что при укусе легко попадет в кровь жертвы. В природной среде у лори много врагов, но главное зло для них – человек. Уничтожение тропических лесов ведет к сокращению их численности, вследствие чего эти животные оказались занесенными в Красную книгу.